такие лучи вниз светят. Красота. Облизывать лезет. Всем привет. Всем привет. Добрый вечер. Мы выехали на нашу вечернюю прогулку. Все выходные у нас проходил ремонт. Вот выбрались опять на свежий воздух. Возьмем вас немного с собой. Лезли с велосипедов. Тут какая-то такая тропинка идет в лес наверх. Хотим проверить, куда она выводит. Может, просто в какой-нибудь туалет, что все ходят. Там она в низине. Река протекает. Иду наверх. Ох. Она выводит на кукурузное поле. За заборчиком? Ага, точно. Лошади вон стоят. Получается у меня снимать и ехать прямо. Вообще, я думала, что мы уже ничего нового у нас здесь не найдем. Ну, вот это вот. Это пруд. Рыбу разводят. Посмотрите, какая прелесть. Все загорожено, конечно. Туда проходить нельзя. Но какая прелесть. Даже искусственные цапли, или кто они, как они по-русски называются, стоят. Вообще... Так все ухожено вообще. Там она висит. Что заходить нельзя, и камеры типа стоят. И рыбу прям отсюда, видать, плавает вон черную. Деду нельзя показывать такое место. А то он ночью сюда придет. С фонариком. Здесь и настоящей сетки-то нету. Там вот так интересно. В домике охотники готовятся на вечер, что ли.
красивая. Мы сейчас выезжаем на дорогу и поедем домой. Но нам еще прилично ворачиваться назад. Здесь вот железная дорога. Там сейчас сзади велосипедисты будут крутые. Да? Не такие, как мы. Деревушка Бух называется. Здесь машины вообще, по-моему, не ездят. Комбайн стоит. Джон Дир. Древний еще. Вот на этом и деревня уже закончилась, смотри. Два дома. С левой стороны было. Не, еще вон дальше идет чуть-чуть. Видите, сарайка между ними есть. Не, вон там еще дальше дом идет. Дальше стоит. Ага. Много. Куча навоза. Коровки вон сзади. О, даже автобус останавливается. Примерно все как на родине. Слышишь уточки? Так, машина. Уже новый дом стоит. Последний. И все. На этом деревня закончилась. Там начинается Фельберг. Новостройки. Где выехали? Замок Фельберг. Кому интересно, у нас уже видео про него есть. Полистайте, посмотрите. Смеешься, да? Я сейчас вот сюда вот, как за рулю, мимо моста вниз. Вот так вот. Это будет что-то. Тормози. Вот этот вот дом продается. Он отсюда выглядит маленьким. Но он с той стороны идет еще несколько этажов вниз. Этажей. Извиняюсь. Он продается за 1 000 000, да? 990 тысяч евро. И у него вон там, он сзади. Участок идет 10 тысяч квадратных метров. Ну, туда не видать. Вот здесь вот маленькие такие участки. Типа как дачные. Ну, здесь даже домиков нету, чисто выращивают себе кое-что. Я думала, что это у тех людей, которые здесь в квартирах живут. Ну, знаю просто, что, допустим, одни турки. Вон там вон такие палки торчат. Они хоть и в доме живут, но у них участок, наверное, маленький, или просто чтобы аккуратный оставался, не заращивают. А вот здесь вот у них огород, и они вот на вот эти вот палки, видать, каждый год фасоль выращивают.
сейчас я поближе покажу. Вот видите? Каждый год. Ага. Они так плетутся поверху потом. И столько много ее вообще. Вон там он еще. Кому интересно, может быть, держат ли немцы огороды? Я хотела вообще сказать, держат ли немцы огороды? Мне кажется, у всех немцев здесь у них просто, ну, чтобы красивенько, аккуратненько в огороде все было. А иностранцы все, хоть турки, хоть русские, да, если есть кусок земли, так все равно что-нибудь садят. У нас тоже, хоть и не огромный, но просто так для интереса, чтобы дети бегали в огород, что-нибудь взяли, сорвали, поели. Интересно все-таки, когда с огорода что-нибудь можно пожевать. Мы на этом заканчиваем наш видик. Давайте, всем хорошего вечера. Пока. До следующего раза. Проверить наш первый урожай. 7 лет здесь живем и первый раз посадили картошку. Всегда садили просто там помидорки, огурчики, всякое такое по мелочам. А сейчас первый год у нас картошка. Такая радость!